Здравствуйте, меня чуть-чуть тут выбило. Но я вернулась. Да, всем добрый день. Сейчас мы уже через минуту начнем. У нас уже кворум собрался, так что сейчас начнем. Ну что, 11 часов, давайте начинать. Добрый день, меня зовут Александр Пивоваров, я являюсь руководителем направления Digital Signage компании Albits, и мы продолжаем нашу серию вебинаров, посвященных Digital Signage. Начиная с августа, мы будем делать вебинары регулярно. В августе мы планируем уже провести, не считая этого, еще два вебинара. И в дальнейшем планируем делать два вебинара в месяц. Нам очень хотелось бы от вас получать информацию и фидбэк о том, о чем хотелось бы узнать в области Digital Signage, какие темы интересуют, какие вопросы. Поэтому чем больше активными вы будете, чем больше вопросов вы будете присылать, тем проще нам будет делать интересные и полезные вебинары. Мы будем делать вебинары как с нашими любимыми партнерами-поставщиками. Мы будем делать технические вебинары, рассказывая о том, как строить решение Digital Signage с точки зрения архитектуры, с точки зрения программного обеспечения. В общем, я же думаю, уверен, что до конца года будет у нас много интересных и полезных вебинаров. Я хотел бы представить Наталью Воронцову, менеджера по развитию бизнеса Восточной Европы компании AOpen. И сегодня она расскажет вкратце, что такое AOpen для тех, кто, может быть, забыл. И сегодняшняя тема у нас посвящена Digital Signage for Retail. Интересная тема. Я не буду забегать вперед, просто передам слово Наталье. Если у кого-то какие-то вопросы, то задавайте их в окошке чата, и мы в конце ответим. Соответственно, Наталья, передаю слово. Через минуту будем начинать. Здравствуйте, Александр.
Почему? Добрый день всем. Как упомянула Александра, меня зовут Наталья Воронцова, я являюсь менеджером по развитию бизнеса. Нахожусь я в головном европейском офисе в Нидерландах. Поэтому во время презентации я вам приведу примеры европейские, как это происходит в Европе. Хотела бы еще сказать, что цель нашей сегодняшней презентации – это дать понять всем нашим партнерам, как работает ритейл, и также дать вам способы ведения переговоров со своими потенциальными и существующими клиентами, которые именно специализируются на ритейле. Давайте начнем. Коротко вначале о AOpen. AOpen – это индустриальный ПК малого форм-фактора, и на данный момент мы являемся самой популярной в мире платформой для Digital Signage. Поскольку наш продукт – это ПК индустриального предназначения, то его можно использовать не только в Digital Signage, а в разных других смежных индустриях. Хочу упомянуть, что Digital Engine был разработан совместно с компанией Intel в 2007 году. Это была специальная система, которая позволила использовать ноутбучные компоненты на десктопе, что позволило создать, соответственно, очень маленькую систему малого размера. Мы входим в Pan Acer Group. Мы являемся также номер один в мире по поставкам плееров для Digital Signage. Компания AOpen существует на рынке более 15 лет. У нас прозрачный и ясный канал в России и странах СНГ, и нашим партнером-дистрибьютором является компания AUVIX. Хотелось бы упомянуть, что мы всесторонне поддерживаем проекты и тендеры. То есть мы даем поддержку на разных уровнях, и если кому-то интересно, то... Во-первых, можно вопросов задать, во-вторых, можно написать письмо. Вот все мои контакты, и я подробно отвечу, как именно мы защищаем наших партнеров. То есть это значит, что если вы участвуете в проекте и прописываете нас, мы сможем с вами договориться о том, чтобы в этом проекте участвовали только вы вместе с компанией AOpen. Техническая поддержка идет через дистрибьютора или через AOpen. Нашего дистрибьютора, компанию AUVIX, вы все очень хорошо знаете. У них есть огромный технический отдел, который поможет ответить вам на все ваши интересующиеся вопросы. Но в компании AOpen также есть технический отдел. Наша техническая поддержка распространяется на ответы на любые вопросы или, например, тестирование определенного программного обеспечения или контента на определенных системах для того, чтобы подобрать для вас оптимальную систему. Возможность тест-драйва. Что это значит? Это значит, что вы в любой момент можете обратиться к компании AUVIX и запросить бесплатный образец для тестирования, который вам будет предоставляться на определенное время. Это абсолютно бесплатно. То есть вы все время можете договориться о именно сроке тестирования. Таким способом вы можете гарантировать вашему потенциальному клиенту или клиенту, что система будет работать бесперебойно. И возможность расширенного так называемого Service Level Agreement. Что это значит? Это значит, что, к примеру, замена продуктов, которые поломались, происходит в течение 7 дней. Также вы можете договориться с нами, нашими дистрибьюторами, о том, чтобы, к примеру, замена происходила в течение суток или двух. Ну и, или, к примеру, расширенный срок гарантии. Разные другие возможности под Service Level Agreement возможны. Что же такое Digital Engine? Это оптимальная система малого форм-фактора для большого спектра вертикальных решений.
По мировым данным у нас менее 1% отказа. То есть компьютеры редко ломаются, грубо говоря, что является как для ваших клиентов хорошо, так и для вас, поскольку вы обязаны заменять все эти системы, выезжать на место и т.д. и т.п. То есть чем меньше система ломается, тем лучше. Высокая производительность. Это значит, что мы предоставляем системы, которые разных производительностей. Это может быть система на Атоме. Также это может быть система на i5, i7 самого последнего поколения, третьего поколения. Низкое энергопотребление. То есть один Digital Engine потребляет приблизительно столько же электроэнергии, сколько одна лампочка. Компактный размер. То есть вот вы видите изображение Digital Engine на руке. Это рука женская, он действительно такого маленького размера. Все, кто с ним сталкивался, то как бы могут действительно в этом убедиться. Или вы можете протестировать. Индустриальные компоненты, созданные для 24/7. Что это значит? Это значит, что мы используем компоненты группы Embedded и компоненты, специально созданные для индустриальных решений. То есть все чипсы на материнской плате действительно созданы для того, чтобы работать в режиме 24/7. Стандартизированный формат. Что это значит? Это значит, что все Digital Engine, кроме категории без вентиляторов, выглядят одинаково, одинакового размера, что позволяет их, к примеру, использовать разные модели в одной архитектуре. Например, если мы говорим о киоске, то иногда финальному заказчику нужен самый простой контент, соответственно, система может быть менее производительной. Иногда система должна быть как бы очень-очень мощной, но поскольку система на Атоме и система на i7, третьем поколении абсолютно одинакового размера, то, соответственно, архитектуру киоска менять не нужно. Идеальная система для embedded, для киоск. Хотелось бы еще упомянуть, что мы являемся основным партнером Windows Embedded. Также в 2011 году мы были награждены. То есть все наши системы созданы для Embedded и поддерживают Windows Embedded. Длинный цикл поставок от 3 до 5 лет. Что это значит? Это значит, что если вы участвуете в проекте сегодня, в государственном проекте, пока все решится, пока они пару раз его отложат или отменят, через 3 года они к вам приходят, говорят, мы вас поздравляем, мы выиграли тендер, мы вот начинаете устанавливать. iOpen гарантирует то, что система с тем же портномером, с тем же чипсетом, с тем же, как мы договорились в описании, будет производиться и поставляться вам от 3 до 5 лет. Что вам не могут гарантировать производители, например, тех же нет-топов. Теперь давайте начнем говорить о нашей теме, почему мы сегодня встретились, о Digital Signage в ритейле. Ну, экономическая ситуация в России, как все знают, это кризис. А вот это выражение «кризис» — это когда сегодня хуже, чем было вчера, но лучше, чем будет завтра, это действительно описание кризиса. Но на самом деле все... Кризис — это значит, что нужно очень много всего менять и очень много всего должно произойти, чтобы из этого кризиса что-то выжить. То есть совсем все непонятно, что нужно делать и как это все должно происходить. И сегодня мы попытаемся с вами раскрыть тему, как можно использовать именно кризис в ритейле для того, чтобы все работало на вас. Ну, есть очень-очень много брендов, в которых вообще нет бюджета маркетингового, но все равно разными способами они привлекают к себе внимание. Это могут быть социальные сети. Точно так же с помощью социальных сетей можно позиционировать свой бренд. То есть возможностей есть много. И не обязательно все эти возможности требуют огромного капиталовложения.
Ну, вот еще коротко о кризисе. То есть мы знаем, что у нас куча всего произошло в мире, и все не очень приятно, включая Кипр, европроблемы, проблемы с нефтью. Но, как известно, рецессии экономики приходят и уходят. То есть это график с 1939 года, так вот экономика росла, падала, росла, падала. И так все время происходит, и так, наверное, будет до конца наших дней, если не чаще. Но как кризис приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Поэтому эффективнее всего оставаться в середине. И все равно, несмотря на то, что кризис, бизнес он продолжается, и деньги нужно зарабатывать. Кроме того, хотела бы упомянуть, что в России на самом деле все совсем-совсем неплохо. Среди самых быстро растущих ритейлеров в мире, три из них являются российские компании. То есть это компании как Пятерочка, Копейка, Перекресток, Магнит, МВидео. Специально вот для того, чтобы сравнить, я вставила здесь... секундочку. Вот, видите, Apple на 8-м месте среди самых быстрорастущих компаний мира. То есть по рейтингам оборота они занимают 72-е место в мире. Если мы возьмем, к примеру, X5 Retail Group России, это компании как Пятерочка, Копейка и Перекресток, то они занимают 61-е место в мире по обороту и 3-е место по росту. Точно так же среди них компания MVideo и Magnit. То есть в России все на самом деле совсем-совсем неплохо относительно ритейла. Поэтому там есть огромный потенциал и возможность развития бизнеса. Кроме того, есть возможность увеличить обороты и возможность... сделать маркетинг, продажи более эффективными. Ну, давайте продолжим говорить о ритейле. Сэм Уолтон, это основатель Walmart, когда его спросили о кризисе, он подумал и решил в этом всем не участвовать. Кроме того, всем нам известная фраза Чарльза Дарвина: «Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям». Поэтому, если правильно приспосабливаться к изменениям, к рецессиям и к кризисам, то из этого можно много всего выжить. Давайте обсудим поведение потребителя во время кризиса. Ну, в первую очередь, потребитель уменьшает затраты. Он отменяет крупные покупки и расставляет приоритеты. Действительно, что ему нужно, сколько это стоит, и он пытается заменить на более дешевые альтернативы. Но... как говорится, кризис кризисом, а кушать хочется всегда. Поэтому, кроме того, если человеку, потребителю, правильно преподнести продукт и убедить его в том, что этот продукт ему нужен, и в том, что этот продукт эффективен в плане капиталовложения, то человек всегда себя порадует, если ему это правильно преподнести. То есть всем известный фактор. Моя мама мне все время говорила, что мы не настолько богатые люди, чтобы... позволяет тебе покупать дешевые вещи. Точно так же приблизительно думает потребитель во время кризиса. То есть ценность денег возрастает также во время кризиса. То есть источник всего этого – это известный сайт с white pages retailmania.blogspot.com. Там есть много полезной информации, поэтому если вам будет интересно, то что-то можете зайти и много всего интересного почитать. Правда, они на английском пишут. Как потребитель решает сегодня? В первую очередь он смотрит, что ему предлагается. Для потребителя важен как ассортимент, который вы ему предлагаете, так и сервис. То есть гарантийное обслуживание, как, где он может купить, есть ли продукция на складе и т.д. и т.п. Где предлагается? Место расположения и канал продаж. То есть место расположения. Вряд ли клиент будет ехать, покупатель, в другой город для того, чтобы купить пылесос, потому что он там на 50 рублей дешевле.
грубо говоря, и канал продаж. Насколько интересующий его продукт доступен, можно ли его заказать, к примеру, через интернет, будет ли доставка бесплатной и разные другие факторы. Кто предлагает? Во время кризиса для клиента важен также бренд и позиционирование. То есть, если он заинтересован в стиральной машине, то он будет искать стиральную машину по хорошей цене, но также он будет брать во внимание, насколько, то есть сарафанное радио, хорошо ли работает эта машина стиральная, часто ли они ломаются, то есть это позиционирование бренда. И как предлагается? Концепция, визуализация, технологии. То есть клиенту тоже очень интересно зайти на веб-сайт и все прочитать про эту стиральную машинку, а не просто полагаться на соседа, который пользуется ей. Точно так же он будет обращать внимание, насколько аккуратен веб-сайт, насколько правильно позиционирован бренд, есть ли вся доступная информация, есть ли информация о интересующих его продуктах, к примеру, в форумах, чатах, как они отзываются и что они говорят. Цели ритейлера, который предлагает свою продукцию, это очень-очень важно понимать. То есть вам, которые устанавливают digital signage в магазинах. В первую очередь это заманить потенциального клиента, то есть посещение. Потом важно убедить клиента, что ритейлер предлагает ему правильный продукт по правильной цене. Правильная цена – это не значит самая дешевая цена. Правильная цена – это правильное соотношение качества и цены. Ну и, соответственно, разных сервисов, которые предлагает ритейл. Например, вряд ли вы купите пылесос на 50 рублей дешевле, зная, что там не предлагают гарантию, или в другом месте на 50 рублей дороже, зная, что там замечательная гарантия и все замечательно хорошо работает. Увеличение интереса. Хорошо, вас заманили в этот магазин, вы приобрели интересующий вас продукт. Но ритейлер заинтересован в том, чтобы вы остались в этом магазине надольше и, может быть, купили продукты, которые входят в эту категорию. Возвращаемся снова к пылесосу, это могут быть мешки для пыли. Или, к примеру, коврики. Или там разные приспособления для уборки. Вот, то есть, чем дольше вы останетесь в магазине ритейлера, тем больше шанс того, что вы приобретете там еще что-то. То есть, вас заманивать, самый тяжелый процесс здесь, больше не нужно будет. Вас нужно оставить в магазине намного дольше. Потом, соответственно, продажа. Продажа – это все здорово, но ритейлер также заинтересован, чтобы вы вернулись к ним снова или, еще лучше, пригласили ваших друзей в этот же самый магазин. То есть повторное посещение. Тогда сам процесс заманивания посещения будет намного проще и легче. Что стоит знать? 20% ваших клиентов вполне возможно генерируют 78% ваших продаж. То есть, это значит, что постоянные клиенты – это действительно очень важно. Для того, чтобы были постоянные клиенты, вам нужно предоставлять, снова же возвращаемся к сайту, что предлагается, где предлагается, кто предлагает и как предлагается. То есть, если вся вот эта концепция правильная, то каждый, ну, большинство ваших клиентов будут повторные клиенты ритейлера, грубо говоря, ваших клиентов. 73% людей используют мобильный телефон во время шопинга. 34% из них проверяют цены конкурентов. И 32% присылают фотографии своим партнерам. Ну, например, сфотографировать стиральную машинку. Вот, типа, я ее нашла. Или тоже платье. Или купальник. В Голландии, например, есть так называемый ритейлер, который называется BCC. Они известны тем, что они предлагают самые низкие цены.
Да, цены у них там на 1-2 евро ниже, там на кофемашину или на стиральную машинку, чем у всех остальных. Но у них действительно ниже цены. Кроме того, на витринах практически с каждой категории продуктов находятся сенсорные экраны, где любой клиент может зайти на веб-сайты и сравнить цены конкурентов в любых других магазинах. Если любой клиент находит цены ниже в другом конкурентном магазине, то ему дают дополнительных 50% скидки. То есть и BCC именно на этом выигрывает. То есть когда такой потребитель, как я, приходит в такой магазин, он уверен, что за конкретный продукт я получу самую низкую цену, чем где-либо. Соответственно, Digital Signage можно также использовать например, пересылать фотографии, сфотографировать себя в конкретном наряде и переслать своей подруге, маме или супругу, для того, чтобы они как бы оценили. 181 миллион людей в США столкнулись и запомнили электронную рекламу за последний месяц. Это действительно очень много за месяц. Кроме того, все эти люди запомнили рекламу Digital Signage. И 1/3 решений одна треть решений о покупке принимается после просмотра рекламы на электронном источнике. То есть это возвращаясь к целям ритейлера, почему Digital Signage может вам помочь в этом моменте. Digital Signage на 28% более эффективно в продвижении бренда, чем бумажные постеры. В ритейле при рекламе группы товаров, например, зубная паста Aquafresh, продажи рекламируемого продукта возрастают в среднем на 10-20%. Продажи этой категории возрастают на 1-2%. Что это значит? Это значит, что если мы с вами увидели рекламу зубной пасты Aquafresh, это не значит, что мы все кинулись и побежали покупать зубную пасту Aquafresh. Нет. Но мы можем вспомнить, что дома у нас закончилась зубная паста. Или нужно поменять зубные щетки. Или послезавтра к вам приезжает теща, и ей нужна новая зубная щетка. Ну, вот так вот приблизительно расшифровывается вот это. 70%, 77% аудитории помнят, о чем был контент. То есть, если вы думаете, что никто не помнит, что было на экране, то вы ошибаетесь. 77% помнят. И некоторые практические примеры. Например, от Black Box Corporation, это очень большая компания, которая делает установки, сотрудничает совместно с Blue Fox, то есть обслуживает весь контент огромному количеству рекламных агентств. То есть они наблюдали увеличение продаж от 10 до 50% на рекламируемые через цифровые вывески продукты и услуги. То есть увеличение продаж действительно существует, это доказанный факт. И цифровые табло от 3 до 10 раз генерируют больше продаж, чем традиционные бумажные постеры. Важно понимать любому ритейлеру в данный момент. То есть, что это значит? Это значит, что макароны, то их, соответственно, не стоит. Макароны. Стоит, наверное, позиционировать и снижать цену, выигрывать в соотношении цены и качества на менее известных брендах.
марках. Вполне возможно, даже марки собственной магазина, супермаркета. Но и для этого ее также стоит позиционировать как хороший, достойный продукт с хорошим качеством. Улучшение потребительской практики. Что значит улучшение потребительской практики? Это значит, что нужно всеми возможными способами сделать так, чтобы человек радовался жизни, чтобы у него радовался глаз, когда он находится в конкретном магазине, в супермаркете, например, чтобы было правильное обстановка, чтобы была доступна информация, которая ему нужна. Правильный ценовой подход к потребителю. Правильный ценовой подход – это снова же соотношение цены и качества. Во время кризиса это не значит, что все должно быть самое дешевое. Нет, это должно быть правильное позиционирование, правильная цена. Цифровая зрелость, подготовленность и развитость. Что значит цифровая зрелость? Это значит, что для того, чтобы дать максимальный доступ клиенту к информации, веб-сайт должен соответствовать. Там должна быть вся информация о продуктах. Кроме того, логотипы должны быть узнаваемы. То есть, если это магазин «Магнит», то веб-сайт должен быть приблизительно в тех же цветах, с теми же логотипами, и информация о, к примеру, всех известных тех же шампунях, например, которые продаются в магазине. Реакция на быстро меняющуюся бизнес-среду. Простой пример тому, к примеру, магазины мобильных телефонов T-Mobile в Нидерландах и в Германии. Летом они все время на определенные продукции предлагают скидки в зависимости от температуры на улице. Соответственно, если на улице плюс 25, вы получаете 25% скидки, к примеру, на мобильный телефон Samsung. И т.д. и т.п. Соответственно, зимой эта акция как бы не настолько сильно привлекательна. Это более весной, когда все радуются, что весна наступила, и летом. Или, к примеру, сейчас стал более популярен HTC, там стало это модно среди школьников. Соответственно, то есть нужно быстро реагировать на среду. Соответственно, если на улице плюс 35, лучше сейчас продвигать мороженое, чем замороженные курицы. То есть это тоже стоит брать во внимание. Сезонные продвижения, как я уже говорила, снова же о мороженом. И ясная и прозрачная стратегия. То есть клиенту должно быть понятно, что он может ожидать от конкретно этого ритейловского магазина. То есть не так, что вот вчера он там был и купил себе очень хорошие, качественные португальские туфли. А через год он снова хочет туда же прийти поискать себе туфли, как в прошлый раз, а там уже бац, одни только итальянские, ужасно дорогие. То есть должно быть предсказуемо, фокус должен быть одинаковый. Ну, ответ на все вопросы, которые ставятся перед ритейлером, это digital signage. Как это возможно? Вот, есть три способа digital signage в ритейле, три направления. Первое – это информирование. То есть это все происходит динамично. Это быстро меняющаяся реклама, информация о текущих предложениях, рекламные акции, реклама товаров и брендов и информация о продуктах. И создание атмосферы внутри магазина. То есть, к примеру, это могут быть там, если это лето, там море с рыбками рядом с шлепками, к примеру. И программа лояльности. Как правило, весь digital signage в этой категории исключительно информационный. То есть там не идут сенсорные панели, идет просто реклама, главное правильно эту рекламу использовать. Потом идет вовлечение. Это все происходит интерактивно и диалогово. То есть для этого нужны сенсорные панели. То есть это выбор продукта. То есть можно выбрать по категориям, по цветам, по вкусам, например, если это супермаркет. Поиск
подписка на новости и новинки. То есть таким способом можно увеличить программу лояльности, чтобы ваши клиенты возвращались к вам. Если у вас акции и новинки, они могут получать, к примеру, через email или сообщением информацию от вас, что на данный момент происходит такое-то, такое-то предложение. Подписка на спецпредложение, снова же. Вопросы и ответы. Здесь клиент может задать любой вопрос и получить на него ответ. Это может быть как вопросы, которые часто задаются, или, к примеру, нажать на кнопочку для того, чтобы подошел работник ритейла и объяснил о конкретном продукте. Shop and Shop. Эта система все более развита сейчас на данный момент в Европе. Почему? Потому что очень многие маркетологи видят на данный момент, как магазин – это своего рода шоурум. То есть, к примеру, это, если это магазин одежды United Colors of Benetton, очень часто туда приходят посмотреть и померить размер. То есть посмотрели, померили, определились, какой размер мне подходит, какой цвет лучше всего на мне смотрится, может быть, еще что-то новенькое нашла. А потом вы подходите к интерактивному киоску и заказываете данный выбранный вами продукт с доставкой на дом, бесплатно. Ну и, соответственно, там условия можно в течение одного дня, чтобы доставили, в течение пару дней и т.д. и т.п. То есть это действительно на данный момент в Европе очень развито. То есть это может быть как продуктовый магазин. В продуктовых магазинах тоже можно все заказать, находясь на месте. Или, как правило, это магазин одежды или, например, электронной техники и той же обуви. Face recognition сейчас очень-очень часто используется в ритейле. Мы потом вернемся к технологии распознавания лиц, потому что я вам расскажу о паре практических примеров, где действительно все рассказывается в деталях. И проверка цен конкурентов. Как мы уже ранее упомянули, то есть это действительно очень эффективный момент, который помогает убедить финального потребителя в том, что вы действительно, то, что конкретный ритейлер предлагает самые дешевые цены на конкретный продукт. То есть это конкретная стиральная машинка с конкретным партнером, и вот у нас они самые дешевые. Ну и мобильный маркетинг становится на данный момент все более и более популярным. То есть это как бы технологично, это ново, это привлекает внимание. То есть это могут быть такие моменты, как QR-коды со скидками. То есть, к примеру, идет QR-код на плакате 100-200 метров до входа в магазин. Сканировав этот QR-код, вы можете в магазине получить 30% скидки, к примеру. NFC-технологии, то есть это карточки, которые пикают. Тоже, снова же, программы лояльности, скидки. Микросайт или так называемый landing page. Это, как правило, интерактивный киоск, где находится информация о только та информация, которую вы хотите предоставить клиентам. К примеру, навигация по продуктам или детали, сортировка по цветам, по категориям. То есть то, чтобы клиент получил нужную ему информацию, но не находясь полностью на всем сайте, который доступен дома через компьютер, а на конкретном сайте конкретно этого киоска. И, соответственно, находясь на этом сайте, клиент тоже не может выйти в интернет. Ну, социальные сети, чаты и разные другие возможности. Все это можно использовать для того, чтобы заставить потенциального клиента остаться в магазине намного дольше и приобрести намного больше, чем он планировал, дополнительные продукты. Практические примеры и применения. Пилотный проект Inglot. Для того, чтобы у вас сложилось ясное впечатление, что это такое, давайте я вам для начала скажу, что это Inglot, это магазин косметики. Косметика это дорогая. Они проводили акцию «Три покупки по цене двух». Для этого они использовали прозрачный экран и технологию Intel AIM. Intel AIM – это технология,
технология распознавания лиц, которая фиксирует, сколько посетителей какого пола были, интересовались определенной продукцией, и как бы это дает способы, инструменты маркетинговому отделу торговой марки Inglot правильно позиционировать свою продукцию. Сейчас я вам хотела бы показать фильм, как все это выглядело вживую. Ой, он чуть-чуть... Ну, тут чуть-чуть проблемы с сервером, на самом деле. То есть тут есть еще один очень интересный момент, что в первое время эта витрина Digital Signage находилась именно, находясь лицом на улицу. То есть она находилась внутри помещения, но была прислонена к витрине, что все мимо проходящие могли посмотреть, что происходит на экране. Потом, когда у нас здесь началась жара под 40 градусов, они боялись, что там пиксели погорят. Все сгорит, поэтому его занесли внутрь и установили рядом с именно с полками, где стоит сама продукция. И сейчас я вам хотела бы подробно рассказать, что именно происходит и как реагирует потребитель в ритейле на рекламу. Соответственно, это включает в себя также новые технологии. Я думаю, вы посмотрели, тем более оно так не очень хорошо работает. Давайте продолжаем нашу презентацию. Вот, как мы уже упоминали, здесь используется технология Intel AIM. Коротко. Intel AIM Suite, его, кстати, можно купить через компанию OVX. Это технология обнаружения аудитории, а не распознавания лиц. Частные права потребителя всегда полностью защищены. То есть ничто не записывается, никакие фотографии не делаются. То есть невозможно сказать, была ли я у этого магазина конкретно я. То есть единственное, что оно может сказать, было такое-то количество женщин в районе 30. Конкретно меня эта система там не узнала. AIM-сют технология рассчитывает и отслеживает модели покупателей, но это не за счет отслеживания лиц. И AIM-сют распознает ключевые особенности на лице зрителя, чтобы определить пол и диапазон возраста. Изображения не записываются и никакая персональная информация не сохраняется. То есть AIM-сют, ну так, технически состоит из экрана и камеры, ну и софт, программное обеспечение, которое все это, всем этим управляет. Умный бизнес, то есть AIM-сют позиционирует, Intel AIM-сют позиционирует себя как способ ведения умного бизнеса. AIM-сют предоставляет статистику посетителей по времени, полу и возрастных диапазонах в конкретных участках магазина, то есть где достает камера и кто и когда смотрит на сообщения, также по времени. Данные помогают розничным магазинам и брендам понимать, какие именно визуальные сообщения привлекают внимание и на как долго, как содержание сообщения воздействует на соотношение и увеличение продаж. То есть с помощью Digital Signage, как мы упоминали ранее в предыдущих вебинарах, можно не только рекламировать абсолютно новый продукт для его продвижения, можно также понять, что у нас на складе сильно много, как в данном случае, Inglot лака для ногтей, летних цветов. Их всех нужно продать до осени. Соответственно, мы начинаем акции маркетинговые на эту тему и продвижение конкретно данной группы товаров. Какая тактика дает возможность получить максимальную отдачу от маркетинговых бюджетов? И где разместить предлагаемую продукцию на основе шаблона профиля покупателя? К примеру, всем известно, что все детские безделушки
равные в магазинах, как, например, шарики, все лежат на нижних полках. Почему? Потому что дети сами их находят, а потом клянчат у родителей. Если их ставить высоко на самые верхние полки, то родителям как бы не нужно для того, чтобы дети эту продукцию замечали. Соответственно, дети не замечают и не просят. Ну, это простой пример. Стоит взять во внимание, что Intel AIM, то есть это не стопроцентная гарантия, это не как в ФСБ или там в аэропорту, или там как глаз сканируют в фильмах про Джеймс Бонда. То есть они по лицам, определение лиц 95%, то есть мужчина, женщина, ребенок, возраст 86%, правильное определение, и то там диапазон плюс-минус 10 лет. И возраст снова же 70 до 80%. Как правило, это распределено на ребенок, подросток, взрослый человек и пожилой человек. И расстояние должно быть максимум, грубо говоря, 50 метров, как определяет Intel AIM. Возвращаясь к Инготу, то есть там мы действительно установили Intel AIM, и мы имеем право отслеживать информацию, что происходит, как происходит, и потом предоставляем эту информацию Ингот. Ингот тоже имеет доступ для того, чтобы правильно позиционировать свою продукцию. То есть, ну, коротко рассказать о Intel AIM. У нас одно единственное место, где была установлена эта система. Это магазин Ингот в Амерсфорте. Если бы у нас было установлено это в 5 магазинах, то мы могли бы посмотреть, сколько количество людей, которые обратили внимание на данную рекламу в разных локациях. То есть это все происходит, если я не ошибаюсь, с июня 2013, с мая, 22 мая 2013 по 24 августа 2013. То есть там было, по-моему, если я не ошибаюсь, более 6 тысяч человек, которые посмотрели, заинтересовались экраном, который словил Intel AIM. Потом здесь идет распределение по дням. То есть если мы берем дни, к примеру, вот здесь была суббота. Нет, ошибаюсь. Там, где вообще не было ни одного посетителя, это была суббота. Соответственно, это было воскресенье, это суббота. И по временным диапазонам. Потом здесь также идет время. То есть это ночь, утро. Соответственно, это в течение приблизительно 3-4 часа дня. И, соответственно, в 5 магазины закрываются. Соответственно, это количество людей, которые заинтересовались экраном во время дня. Здесь очень интересное распределение соотношения мужчин и женщин. То есть голубое – это идет общее количество посетителей, а желтая линия – это идет количество женщин, которые обратили внимание на экран. То есть, как видите, мужчины тоже очень много обращают внимание. Смотрите, в данном случае голубой мужчина, розовая женщина из общего количества за 2 месяца. Как вы видите, на самом деле очень-очень много мужчин стояли перед экраном и интересовались продукции. Ну, если на самом деле провести опрос среди всех мужчин, которые там стояли, это в первую очередь интересовались технологии, самые последние технологии. Во-первых, там прозрачный экран, во-вторых, там реклама определенного вида, соответственно, если подходит мужчина, он начинает крутить рекламу для мужчин. Соответственно, представьте, если бы там стояла дрель, рекламировалась в соседнем магазине. Они бы подумали, чего я здесь стою, жду свою супругу, пойду лучше в соседний магазин и там посмотрю дрели. А по результатам Digital Signage разных исследований, 30% решений происходит во время просмотра рекламы Digital Signage. Соответственно, магазин
бытовой техники, ну, там, для строительства, очень бы сильно выиграл, если бы они пустили рекламу дрелей в магазине косметики. Вот, снова же, это соотношение мужчин и женщин в разные дни. То есть в некоторые дни, к примеру, во время недели намного больше женщин, чем мужчин. Еще один, нет, я извиняюсь, я ошиблась. Здесь, вот этот период, экран стоял лицом к народу на витрине. Здесь он стоял внутри магазина. Соответственно, когда он стоял лицом к витрине, ко всем мимо проходящим, намного чаще на экран обращали внимание мужчины. Когда его повернули экраном внутрь, рядом с полками для продуктов, то, соответственно, намного чаще женщины обращали внимание. Мужчины все равно обращали внимание, особенно по субботам, когда им приходилось вместе со своими супругами приходить и смотреть, ждать их, пока они себе выбирают косметику. Вот после того, как экран поставили внутрь, соответственно, женщин, смотрящих на экран, стало намного чаще. Соответственно, последние технологии привлекают внимание мужчин, вне зависимости от того, что на них рекламируют. Это общее количество за весь период, за 2,5 месяца, соотношение мужчин и женщин. Поскольку вначале у нас было намного больше мужчин, чем женщин, то, соответственно, график чуть выровнялся. Здесь вот соотношение детей и взрослых. Кстати, эту презентацию можно будет скачать. Потом в деталях сможете посмотреть. Сейчас я представляю, что у вас тут очень все маленькое для того, чтобы рассмотреть. Но в деталях сможете все узнать. Вот, выводы. Digital signage – это новая технология, которая привлекает внимание. Правильный контент в правильное время и правильном месте доносит сообщение более эффективно. При наличии интересного контента можно задержать посетителя дольше в данном месте, параллельно предлагая новые сообщения. Теперь хотелось бы рассказать о новом нашем другом проекте в Нидерландах. Это Douwe Egberts, это марка кофе. Во всех супермаркетах они установили раздачу бесплатного кофе. То есть там два новых вкуса. Здесь вот один вкус, здесь второй. Соответственно, акция на этот кофе. Но вот здесь вот стоит экран, оснащен Intel AIM, который определял, какой вид кофе более привлекает разные возрастные категории, также пол. То есть женщины больше интересуются этим видом кофе, мужчины больше этим видом кофе. Ну, к примеру, это выводы, к которым они хотели прийти. С помощью всей этой информации они улучшали свои маркетинговые акции, правильно распределяли продукты на полках, правильную рекламу запускали, к примеру, потому что всем известно, что мужчины, как правило, работают, да? Соответственно, в 12 часов дня если есть вопросы, нет особо большого смысла по телевизору крутить марку кофе, которую предпочитает мужчина. Скорее стоит по телевизору в 12 часов дня крутить марку кофе, которую предпочитает женщина. Ну и разная подобная информация нет, с помощью Intel AIM может быть достигнута. Также табачный магазин GTI. Напомнить, это наш пилотный проект тоже в Нидерландах. Тоже он идет с Intel AIM, и тоже с помощью экрана совместно с Intel AIM табачный магазин пытался определить, как, во-первых, реклама влияет на покупки определенного вида табака, например, новая табачная продукция, или сейчас идет реклама определенного бренда, в этот момент насколько увеличиваются продажи. Сказать, до свидания, ждем вас на и, соответственно, распределение на